Здравствуйте, да, Зураб. Очень рада видеть. Присаживайтесь. Спасибо. Мне тоже приятно. Я знаю, вы теперь не только в Молдове живете, работаете, да? Ну так, челночные рейсы. Москва, Кишинев, Кишинев, Москва. А почему так? Потому что ну, там... возникла пауза в политической деятельности, ее надо чем-то заполнять. Я сейчас заполняю научно-исследовательской работой, написанием книг, продолжение своей серии, которая называлась «Битва за Молдову». Вот. И, кстати, на днях буквально выходит последняя часть книжки, я пользуюсь случаем, извещаю об этом наших телезрителей. Ну, потому что приятно, в общем-то, 2 года работы, описание того, что было в политической жизни Молдовы, начиная с 2010 года, я думаю, это будет интересно. Ну да, ваши книги всегда отличаются таким и вашим видением, и анализом, я бы сказала, ситуации. Это правда. Ну, внимательно следите за тем, что происходит в стране, то есть в курсе всех событий. Потому, конечно, хочу спросить, как вам кампания предвыборная, которая уже официально началась? Я понимаю, да, она официально началась, но, как я понимаю, неофициально она уже длится определенное время. И в целом, мне кажется, что кампания... В общем-то, пока что еще довольно вяло развивается, без такой жесткой политической борьбы, которую отличались предыдущие кампании, мне так кажется. Ну, может быть, еще есть вот месяц впереди, и все изменится. Но пока что не чувствуется, что страна перешла к избранию президента не в парламенте, а всенародно. Ну, посмотрим, как это будет развиваться в течение октября. Некоторые оппозиционные кандидаты уже жалуются, что подверглись атакам со стороны представителей власти. То есть они как бы это очень хорошо чувствуют. Ну, я пока не вижу, а где, собственно, какие атаки. Там, ну, критика в средствах массовой информации, там, определенные какие-то давления на представителей тех или иных кандидатов. Это всегда было и раньше, и... Когда мы участвовали в предвыборной кампании там, по выборам в парламент, то это мы чувствовали тоже очень хорошо. Это, собственно говоря, борьба за власть всегда отличается определенной жесткостью, и к этому надо быть готовым. Жалобы на то, что что-то не дают, не пускают, это... Мешают, не... например, мешают, да. Ну а что же должны... Во всех странах, когда идут выборы и борьба за главный пост, то, конечно же, ведущие силы используют все возможности. Главное, чтобы они, конечно, эти возможности находились в пределах правил определенных и в пределах норм, тех, что приняты в Молдавии, например. Вот когда это зашкаливает уже за пределы, есть примеры в других государствах, когда во время выборов происходят определенные негативные вещи, используются недозволенные приемы, там о демократии говорить не приходится, тогда да, это уже псевдовыборы. Но в Молдавии, по крайней мере, сейчас можно много, если мы детально начнем вникать в отдельные вопросы, связанные с выбором президента, наверное, можно многое подвергнуть резкой критике. Но в целом я пока что борьба идет относительно корректно. Вот. Ну, это, конечно же, уже в ходе самих выборов, как оно все будет, как будут подсчитаны голоса, не будет ли каких-то вбросов, не будет ли каких-то проблем, связанных с тем, что, насколько я понимаю, не очень точно или, по крайней мере, сомнительно определен список избирателей. Там появилось много новых людей, надо разобраться, что это за люди, откуда, да? Мертвые души, карусели, все, что использовалось в предыдущие периоды, вот это, мне кажется, представляет опасность, потому что может повлиять на объективный подсчет результатов. Ну, смотрите, вот есть уже отчет представителей ПАСЭ, которые как раз вот на этой неделе работали в Молдове, они по-другому несколько думают. Тут я цитату хочу привести. Их, значит, отсутствие результатов в борьбе с коррупцией, запутанная система финансирования политических партий, избирательных кампаний, в том числе внешнее финансирование, монополизация ряда СМИ, отсутствие прозрачности в отношении источников их финансирования, роль олигархических структур в политической жизни страны, особенно в избирательном процессе. Такой нелестный такой комментарий. Это очень нелестный, и это немножко другое, чем с того, что мы начали. Мы начали о том, как идет предвыборная кампания, а здесь идет оценка правящей группировки. Вот если мы сейчас перейдем к оценке правящей группировки, то мы будем еще более нелестными, чем оценки ПАСЭ. Хорошо. По крайней мере, сейчас уже известно то, что далеко не все те люди, которые заявили
о своем участии в предвыборной кампании, будут это делать. То есть я смотрю, что уже много людей просто-напросто не собрали подписи. Это хорошо или плохо, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, хорошо. Выборы президента – очень серьезное дело, и не совсем нормально, когда в небольшом государстве на должность президента претендует, не знаю, несколько десятков человек. Это немножко странно. Не каждый... Ну, у нас два с лишним получалось. Ну да, и поэтому как бы, получается ситуация, что я считаю, что не каждый человек может быть главой государства. Да, есть определенные какие-то требования, начиная с личных человеческих Спасибо. Качеств, кончая деловыми и прочими. Репутация к этому очень имеет большое значение. А когда действительно 2-3 десятка человек начинают говорить, что я вполне достоин, то это возникает, конечно, сомнение на этот счет. Тут, наверное, не знаю, может быть и хорошо, что есть эти подписи, как-то немножко надо, чтобы отсеивалось. Фильтруют. Фильтруют, да? Да. Ну, потому что, ну, скажем, в крупных государствах, мы знаем, 2-3-4 человека, известных политика, заслуженных, не очень заслуженных, это как бы нормально. Ну ничего, но я думаю, что со временем утрясется. Тут опять же мы можем перейти к дискуссии о том, хорошо ли вот эти всенародные выборы, вот о чем шла речь. А я спрошу вас об этом с точки зрения партии коммунистов, потому что вы очень много пишете о деятельности этой партии, это понятно почему. Вот их такая позиция, да, призыв к бойкоту. Что вы за этим увидели? Я могу говорить только о предположениях. Понятно. Официальная часть понятная, да, что выборы с точки зрения коммунистов, они как бы неправильные, не соответствуют тем критериям, которые должны были быть с точки зрения, опять же, руководства партии. И вот как неучастие. Ну, если бы, скажем, вот я помню, когда был бойкот референдума по изменению Конституции, да, 2010 год, 5 сентября. Тогда мало кто верил, что этот бойкот осуществится. Вы помните, снизили явку до 30%. И я помню, многие мои знакомые политологи, эксперты, ну так, насмешливо спрашивали, ну что же вы, зачем партия коммунистов пошла на этот бойкот? Вы же все равно проиграете, ничего у вас не получится, ведь общество, все экспертные оценки и социологические опросы показывают, что люди за прямые выборы и так далее и тому подобное. Вот тогда руководство партии коммунистов, осознавая свою силу и влияние, как минимум на половину избирателей страны и даже больше, приняло решение такой бойкот осуществить. И, как вы помните, он удался. Если до 12 часов правящая группировка торжественно сообщала о том, что все идет хорошо, вот, то к 6 часам стало ясно, чтобы этот самый референдум проваливается. И тогда действительно это решение было эффективным. Оно позволило не допустить закрепления тогда правящей группировки власти и вывело ситуацию на досрочные выборы, которые осуществились в 2010 году, как раз, да, вот, в ноябре. Это была попытка путем бойкота добиться вот этих досрочных выборов, попытка сменить власть тогда демократическим способом, отстранить от власти вот эту правящую группировку. Ну, не получилось тогда. Зураб, да. Мы сыграли не очень честно, людям-то говорили другое, да? Почему не нужно ходить? Коммунисты. Вот, нет, когда, тогда... когда по селам, да, вот тогда поездили, спросили, что говорили, говорили, ну, так, референдум чуть ли не связали с возможным вступлением, значит, объединением с Румынией, да, то есть людям объясняли примитивно, то есть это другая была ситуация. Людмила, я этого, вот то, что вы говорите, я этого не помню, я помню, что я говорил людям, и когда объяснялось, почему... Ну, всегда просто за себя отвечать, я тогда... не призываю вас за партию ответить. Тогда было все четко и понятно людям объяснено, что тогда вот прямые выборы президента, о чем говорили, вот, что нельзя менять конституцию как угодно каждый год, да, что нельзя делать каких-то вещей, что прямые выборы имеют свои плюсы и минусы, все объясняли. Вообще, мы глубоко зашли тогда в объяснение этой ситуации. Ведь ничего плохого нет ни в прямых выборах президента, ни в выборах в парламенте. Выборы в парламенте президента происходят во всех практически европейских странах, где есть этот президент, где он, как сказать, по конституции предусмотрен. Это норма вообще-то европейская. Когда меняли в 2000 году конституцию вот под эти стандарты, как раз шли по европейской норме. Прямые выборы президента в очень немногих странах мира происходят. Зураб, тогда шли не, по, это, не по этой норме, шли по норме того, чтобы отстранить Петра Кирилловича Лущинского это от власти. Это 2000 год, да. Да, да. Так, у нас, значит, смотрите, это я к чему сейчас говорю? К тому, что у нас каждый раз все это связано с конъюнктурой. Вот если вернемся к нынешней ситуации, вот сейчас
эта конъюнктура. Почему коммунисты так поступили? Ведь смотрите, они могли бы выставить, ну пусть не Владимира Николаевича, который, наверное, все-таки осознает, что ему этих выборов не выиграть с его рейтингом, да? Но могли выдвинуть какого-то кандидата, подбирали бы голоса у левых, так? Может быть, было бы где-то даже с точки зрения их тактики так правильнее. Нет, если речь идет отобрать голоса у левых, так как раз, может быть, и бойкот может и способствовать тому, что эти голоса будут отобраны у левых. А вы полагаете, что люди не, этот раз тоже сторонники коммунистов не выйдут, они их послушают? У меня, например, другие данные из глубинки о том, что люди все-таки собираются выйти и проголосовать. Часть сторонников коммунистов выйдет и будет голосовать, это понятно. А часть решит, что да, надо выполнять решение партии. Я вообще-то считаю, что это ошибочное решение. Да. То есть вы на выборы пойдете? Я, скорее всего, на выборы пойду, да. Но я считаю, что, конечно же, надо, чтобы люди... У коммуниста должен был быть свой кандидат. Это как раз позволило бы проверить реальный вес партии в обществе сейчас. С моей точки зрения, конечно же, события, которые произошли последние 2-3 года, конечно, подорвали влияние партии. И мы об этом предупреждали в свое время. Да. И летом 2014 года, и весной 2014 года мы говорили о том, что нельзя так действовать, иначе это приведет к падению авторитета и влияния партии в обществе. Все это и получилось. Да. И я считаю, уверен, что если бы тогда прислушались к нашей группировке, которую называли младокоммунистами, и которые потом отстранили, собственно, от участия в политической борьбе, то, конечно, сейчас позиции коммунистов были бы другими, и, может быть, как раз и представитель партии коммунистов был бы фаворитом этих выборов. Потому что вот вы правильно сказали, что, собственно говоря, не хотели получить там 5-7% на выборах от лидера партии коммунистов, лидера или представителя партии коммунистов, поэтому решили и не участвовать. Убили как бы двух зайцев. Первый – это попытаться отвлечь часть избирателей от возможного голосования за другие левые партии. Второе – не позориться в случае, если бы кандидат набрал бы там меньше 10%. Скорее всего, так и было бы. Но это фиаско, которое партия коммунистов потерпела и терпит, это результат тех решений, которые были приняты летом 2014 года. Я об этом говорил открыто, писал, и в книжке об этом, которую я сегодня рассказал, в книжке об этом все изложено честно и опять же открыто. Я здесь не лукавлю никому. Зураб, есть еще одна версия, что коммунисты подыгрывают власть. Да, есть такое, да, версия, вот, она имеет право на существование. Что они просто-напросто выполняют, значит, просьбу. Ну, вполне эту, вероятно, и тем самым, да, вот, значит, идут с ней на сговор. Но с другой стороны, давайте посмотрим на эту ситуацию из других позиций. Вот смотрите, есть подписи коммунистов под инициативой, которую выдвинула партия социалистов по отставке правительства. Коммунисты сразу ее поддержали. Как вы это вообще это понимаете? Зачем они это делают, если они так вот сговариваются с властью? Ну, давайте по поводу вот контакта с властью. Конфликт, который был в партии коммунистов летом 2014 года, он и возник как раз потому, что, с нашей точки зрения, эти контакты с властью были недопустимыми в той форме, в которой они существовали. Они напоминали сговор за спинами партии коммунистов. И последующие события это практически подтвердили, когда были голосования за правительство, была игра в поддавки в парламенте и многое другое. Ну и в конечном итоге это привело к тому, к чему привело к нынешнему состоянию партии, которая была влиятельной, которая в 2001 году имела 2/3 в парламенте, конституционное большинство и многое-многое другое. Сейчас об этом можно только вспоминать, к сожалению. Теперь что? Ну что ж, ну надо подтверждать репутацию оппозиционной партии. Понимаете, нельзя же быть все время на подхвате у демократов. Поэтому, да, всем понятно, что набрать нужное количество голосов эта резолюция об отставке правительства не сможет. Поэтому здесь можно поиграть, в общем-то, в оппозиционность, показать себе, что мы радеем за национальные интересы, покритиковать Павла Филиппа и так далее. А вот почему бы не покритиковать там не только Павла Филиппа, а еще кого-нибудь, да? Это первый момент. Второй момент, почему бы действительно не выставить кандидата? Или, может быть, почему-то никто по-настоящему не инициировал переговоров по выдвижению единого кандидата от левой оппозиции. Вот, например, да, коммунисты могли бы это предложить. Пример. Нет, я вот перед вот на вашем месте, да, на прошлой программе сидел Владимир Цуркан. Угу. Он сказал, что социалисты обратились к нашей партии, к партии коммунистов. Да. Коммунисты, по его словам, даже не ответили на этот переговор. Так я и говорю об этом, да. То есть тема звучала, но можно было бы хотя провести раунд переговоров, да, можно было бы, ну как правые, да, правые это ведут переговоры, ничего из них не вышло, как известно, но все равно есть попытка. Да. Это понятно, что зачем ждать второго тура, чтобы консолидировать правый там фланг или левый. Почему бы
это не сделать в первом туре. И, может быть, даже, кто знает, если бы был бы единый левый кандидат, то, может быть, он победил бы с первого тура. То, чего никогда не было на прямых выборах в Молдавии, ну, в 90-х годах. Всегда был второй тур, должен был быть. Это было бы интересно. Это было бы очень интересно. Я этот вопрос левым задаю. У меня пока разные ответы. Потому что я говорю, вот правые, хотя бы они, смотрите. Но они там говорят, вот мы ждем опрос. Да? Правые, да. Мы ждем опрос, вот посмотрим, какой кандидат популярнее, значит. Вот тут у нас на президентские выборы пойдет. По крайней мере, никто еще из них не сказал, что этого не будет. Вот они там на гражданский форум собирались, подтвердили свои позиции, значит. И, судя по всему, будем свидетелями того, как ситуация будет развиваться. А вот у левых даже этого нет. Вот как раз здесь надо отдать должное правым. Пусть они не смогут прийти к единому, к какому-то конкретному результату по единому кандидату. Но эти переговоры, по крайней мере, упростят задачу поддержки этого правого кандидата, который пройдет во второй тур, вот во втором туре. То есть им будет легче... Если он пройдет, Зурав. Ну, если пройдет, конечно. Но вы же видели опросы, вы же видите, что рейтинг Марианы Ильичалупы, он практически сравнялся с рейтингом, значит, правых. То есть, а это еще только начало избирательной кампании. Это начало кампании, да. Это неудивительно. История знает, когда накачивали рейтинг политика и в 2% до 50%. Вот Ельцин в 96-м году. Все помнят это. Да, в январе случай. Было 2%, гиблое как бы дело, но кинули огромные средства. Я помню эту избирательную кампанию. Да, я тоже помню, голосую или проиграешь. Это действительно это чудеса политтехнологий. Можно сделать, можно. Вот. Но я не согласен с тем, что Лупу можно назвать левым кандидатом. Вот тут с такой точки зрения. А никто не называл. Его называют кандидатом власти. Вы знаете, очень сложно как-то сейчас именно демократов, да, квалифицировать. Ну, как раз демократы одни из самых правых. Они говорят, мы, ну, вот... Как раз реальность показывает, что демократы... То есть вы считаете, что правы? Конечно. Демократы сейчас, уже в течение последних, собственно, 5 лет, их поведение, ну, только по названию, демократическая партия и по формулировкам в программе, там, в уставе, у них есть какие-то элементы на словах, говорящих о том, что они придерживаются левых принципов. Но реально все, что делается в Молдове и в экономической политике, и в общественной жизни, и в тех нравах и принципах и ценностях, которые утверждаются при демократах, понятно, что это правые. Правая партия и кандидат от них тоже правый. Ну, я понимаю, да, что почему люди так квалифицируют, потому что они говорят, что сейчас основной союзник их это либералы, да, и это проводят либералы, это... такую политику, которую, как мы знаем, проводит исключительно только партия плюс правого. Плюс либеральная экономическая политика, выполнение условий ОБФ и многое другое. Я слышала, да, эти объяснения. Если позволите, хочу вернуться к теме вотума недоверия правительству вот в отношении коммунистов. Вы предполагали, почему они так себя ведут. Мне кажется, все проще. Почему бы не подписаться, если прекрасно осознаешь, что шансов, что эта отставка состоится, на мой взгляд, все-таки их мало. Ну, я как раз, по-моему, говорил о том, что это возможность просто показать свою оппозиционность. Эта оппозиционность, она, я считаю, она не, как сказать, не соответствует на самом деле той роли партии, которую она играет последние 2 года. Много очень фактов указывает на то, что есть негласные контакты с представителями власти и выполнение, в общем-то, рекомендаций. А вот здесь, да, вы правы, шансов у резолюции, к сожалению, нет. Можно поиграть в оппозиционность, показать перед своим избирателем, подтвердить свой оппозиционный статус. Все равно эти игры ничему хорошему не приводят. Опять же, есть сухая статистика. Ничему хорошему не приводят для коммунистов? Я именно это имел в виду, так, для партии я коммунистов. Уточняю. Да, для партии коммунистов. Почему? Потому что есть, опять же, сухой язык цифр и конкретные факты. Влияние партии в стране неуклонно падает, и это очень неприятно и очень обидно, потому что партия коммунистов всегда была государственно образующей партией. Она была одной из партий, которая укрепляла молдавскую государственность, если хотите. И 8 лет правления партии коммунистов до сих пор считаю лучшими за период года независимости 91 года. И это огромная история, это очень серьезный потенциал. Но повторяю еще раз, вот динамика, 71 депутат в 2001 году, потом 56, потом 60 и так далее, сейчас 7, понимаете, и, конечно же, это печально. Куда это все дальше заведет, боюсь, что очень плохим результатом. В любом случае,
не говорить о том, что вот это решение правительства переложить на плечи населения выплату того самого миллиарда, мне кажется, на сегодняшний день является даже преступным. Потому что волна возмущения, она действительно огромна. Я вот сколько статей читаю, вот мнения люди свои высказывают, все просто возмущены нереально. Ну, понимаете, власть оправдывается чем? Что говорит господин Филипп? Они говорят, что, ну, понимаете, это требование МВФ, и по-другому да. поступить просто-напросто мы не могли. И дело даже, может быть, не только в этих деньгах, которые нам они, значит, предоставят, а потому что если у нас не будет меморандума с МВФ, то перед нами закроются двери перед всеми международными организациями. Вот так. Вас это объяснение удовлетворяет? Но... Надо признать, что в данном случае Филипп не очень-то лукавит. На самом деле так и есть. Это требования МВФ, там еще есть и другие требования Международного валютного фонда. Ну да, потому что... Одно другого лучше, я просто от себя добавлю. Да, ну вы понимаете, я с этой историей этой организации вещь. Международного валютного фонда, я очень хорошо с ней столкнулся еще в 90-х годах, по истории России, по истории других независимых, новых независимых государств, когда я писал книги на другие темы и ездил по горячим точкам в тот период и так далее. Везде этот Международный валютный фонд, где был, это вообще отдельная тема, это, я считаю, деструктивная организация. Это инструмент закабаления стран, если хотите. Там, где появляется МВФ, никогда ничего хорошего не бывает. Это еще и политизированная сильная организация. Да, особенно в случае с Украиной, по-моему, это проявилось полной То есть, красе. Здравомыслящие политики в той или иной стране должны, вот, как только завидев это МВФ, должны сразу угостить его чем-нибудь, напоить и отправить обратно. И больше никаких дел с ним не иметь. Потому что это, повторяю, это инструмент закабаления стран. Вот сейчас вот что мы имеем? Вот в очередной раз, вот сейчас мы этот факт имеем. Они требуют вернуть миллиард именно таким вот образом. Да? Да. Почему они это требуют? Потому что руководство Молдовы просит денег для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, образовавшиеся от хищения миллиардов и других средств. Потому что не только миллиард пропал, еще там и другие немалые суммы пропали. Дыры надо закрывать. Конец года. Нужно как-то думать уже о будущем годе. Средств нет, потому что экономики нет, потому что все развалено и разрушено. Нужны деньги. Деньги, вот они, есть легкие, так называемые деньги у Международного валютного фонда. Но тот возвращает эту тему к правительству насчет, опять же, похищенного миллиарда. Вместо того, чтобы просто вызвать всех этих людей, которые сейчас управляют страной, и сказать, послушайте, мы прекрасно знаем, кто организовал эту аферу. Мы знаем прекрасно, где примерно спрятаны эти деньги. Вы это все отлично знаете. Будьте любезны, хотя половину сделайте так, чтобы она вернулась. Я уверен, что руководство Молдовы знает, где находится этот миллиард и как его можно вернуть. Потому что многие из тех, кто сейчас там наверху, они в этом принимали участие. Из тех, кто посажен, сидит сейчас и отвечает, это ведь только часть виновников или там вовлеченных людей. Часть. Все прекрасно понимают, я уверен в Молдавии, что... скажем, тот же господин Филат или там Платон, Шор, они ведь только как бы участники и исполнители, но ведь далеко не основные, были и другие. И вообще я понимаю, как обидно людям попадать в заключение, когда они прекрасно знают, что они сидят за то, что другие находятся на свободе. И в этом смысле поведение международных финансовых организаций и вообще международных партнеров Молдовы, оно очень странное. Потому что они, по сути дела, продолжают поощрять вот такое поведение. Вместо того, чтобы объявить, некоторых политиков в розыск, и именно потому, что расхищаются средства, в том числе и этот миллиард не взялся ниоткуда. Там были часть, видимо, от граждан, налоги, там, не знаю, из чего формируется бюджет, да? Но часть, видимо, были и внешние поступления. Да, конечно. Вот. Таким образом, похищены средства, которые давали и внешние партнеры. И возникает вопрос, о чем, собственно говоря, эти люди в красивых костюмах думают? Вы знаете ответ на этот вопрос, потому что... Я знаю, потому что выгодны, потому что им плевать, воруют если не воруют. Нет, даже не в этом дело. Потому что вот многие связывают это с политикой. Знаете, говорят, вот сукин сын, но свой сукин сын. Вот. То есть, да, период предвыборной кампании, считают некоторые аналитики, было бы весьма глупым, значит, заставлять власть, да, высекать сами себя и среди себя искать воров и коррупционеров. Конечно. Потому что, иди знай, вдруг к власти придут левые, будет еще хуже. Да? Ужас. Вот так они могут рассуждать. Это внешние партнеры, да. Сейчас, к сожалению, международная обстановка, она такая,
такова, что великие державы не выбирают средства методов. Всегда было сложно, да, с великими державами, но сейчас, вы обратите внимание, международная политика, по сравнению с тем, что было 20, 30, даже 40 лет назад, она опустилась до уровня, вот, извините, ну, вот, плинтуса на самом деле. Какие выражения, какие формулировки, как себя ведут некоторые международные вот, лидеры, такие известные, о чем они говорят, какой уровень задач ну, пытаются, как они понимают те или иные задачи. И в итоге это для, на Молдавии как это отражается? Отражается тем, что, зная прекрасно, что происходит внутри страны, кто виноват и что надо делать, они поддерживают этот режим и, по существу, продолжают ту политику, которая привела и к исчезновению миллиарда, и к падению экономики, и к уничтожению всех связей с, на Востоке, которые помогали как-то выживать и сельскому хозяйству, и остаткам промышленности, и к... ко многому другому, если мы сейчас перейдем, например, соглашение, что оно дало Молдавии и так далее, то мы могли поговорить и об этом. Но в целом, конечно, очень все печально. Что остается? Остается только с помощью средств массовой информации создавать иллюзию благополучия. Я послушал вот некоторые рекламные ролики представителей от власти, да, но это просто, конечно, издевательство. Вот смотрите, он побывал у нас в Братиславе, Брюсселе и Нью-Йорке. И знаете, как он оценил свой визит? Человек очень просто сказал: в своем движении по европейскому пути Молдова пользуется полной поддержкой со стороны руководства Европейского Союза, государств-членов и действующего председателя ЕС. Вы полагаете, это заявление, оно соответствует истине? То есть вот такая полная поддержка, как он говорит? Либо все-таки есть нюанс? Нюансы, конечно, есть. Я больше чем уверен, что на встречах и с господином Лупо, и с другими представителями правящей группировки разговоры очень сложные с ними идут. В открытую, на публику, конечно, никто ничего не говорит. А вот когда идет тет-а-тет беседы, то им уже где-то 2012-2013 годов, я вас знаю точно, уже говорили о том, что так как вы действуете, действовать нельзя. Там, проводите настоящие реформы, ведите себя нормально, потому что из-за того, что вы дискредитируете европейский курс, усиливаются левые партии и так далее и тому подобное. Это было вот с 2012-2013 годов. И им говорили так, что да, мы вас поддержим, мы вынуждены это делать, но вы, там дальше шли эпитеты, но вы хотя бы там имеете совесть, да, вот, делайте вот это, то-то, то. Вот в данном случае... Потом грянул 2014 год, украли потом 2014 год, да, и все. Я уверен, и они сказали, что у нас захваченное государство. Да, они сказали, но опять же дальше слов не идут. Ну, единственное, что, ну вот денег еще не дают, да, и вот пытаются как-то воздействовать. Но это не мешает представителям власти ездить в Вашингтон, да, ездить в Брюссель, возвращаться и решить, нас поддерживают, да, и даже выдавать вот эту вот минутную встречу с той же Нуланд, например, да, вот, которая была в мае. Ну, это же даже по снимку видно, в каком-то предбаннике встретились, сфотографировались, поздоровались, о чем-то поговорили. 5 минут побеседовали, Нуланд сказала, что мы вас поддержим, и все закончилось. Вот наша внешняя политика молдавская, она скатилась, вот, по сути дела, до того, чтобы добиваться вот таких встреч. Да, вместо того, чтобы серьезный разговор был, вот такие встречи. Вот я думаю, что, ну, сейчас говорят, Канду поехал в Америку, там будут какие-то там встречи и так далее. То есть они, с одной стороны, критикуют, с другой стороны, мы наблюдаем ситуацию, они, имею в виду западники, мы наблюдаем ситуацию, когда хвост виляет собака. Это классический случай, когда представители власти едут туда и говорят, что если вы нам не будете помогать, то здесь... На Днестре, потом и на Проту появятся русские танки, победят левые, соглашение об ассоциации будет разорвано, Молдавия станет вступать в таможенный союз, и вообще вы потеряете здесь все. И, конечно, это пугает западников, у них круглые глаза становятся, они, учитывая, что они уже много лет ведут борьбу с Россией на предмет, так сказать, соперничества в Восточной Европе, конечно, не хотят терять свои позиции в Молдавии, которые у них появились после, кстати, вот поражения в 2009 году партии коммунистов на выборах. И да, они вот вынуждены и будут давать деньги, и будут гладить по головке до тех пор, пока, я так понял, до тех пор, пока здесь... Не исчезнет опасность прихода левых партий к власти. Вот когда ситуация более-менее стабилизируется, когда правая группировка укрепится здесь, вот демократы или демократы с кем-нибудь, вот тогда они возьмут всех, начнут поодиночке выдергивать и санкционировать, я не знаю, там, может быть, даже и сажать. Потому что такие примеры есть из опыта других стран.
Но это произойдет тогда, когда ситуация стабилизируется в Молдавии. Отсюда мы выходим к выводу, подходим к выводу о том, что умные люди в руководстве Молдовы понимают, что для того, чтобы ситуация, чтобы они не потеряли поддержку Запада, значит, нужна стабильная обстановка. Нужно постоянно поддерживать ее на уровне вот таком, как бы борьбы постоянно. С левыми, борьбы с влиянием России, борьбы с сепаратизмом и так далее. Зураб, я хочу вас спросить. Вот вы так говорите, пока вот, вот значит, правые чуть ли не победят. То есть вы в этих президентских выборах не рассматриваете вариант, что может все-таки победить кандидат от левых? Почему? Как рассматриваю? Да, вот по опросам мы смотрим, что да, как левых раз... очень высокий. Господин Дадон, да, лидер, да, то да. есть по многим опросам, и с этим как ну, по практически, всем да, практически никто да, не спорит. У него есть шансы, как на ваш взгляд, все-таки победить? Я считаю, шансы есть. Даже в такой обстановке, в такой атмосфере, когда ну, мы знаем, что велики риски фальсификации и других вот вещей. Давайте толкнемся от анализа политической ситуации, политологический анализ. Да? То есть однозначно Дадон выходит во второй тур, мы понимаем. Угу. Сейчас главный вопрос, кто с ним выйдет во второй тур от правых. Ну, мы, то есть уже говорили. То есть вы от правых и власть сюда включаете? Да, здесь, конечно же, а что у нас власть левая? То есть вы так, да. Ну хорошо, ну, пусть она там, можно, пусть они себя называют правоцентристами. Хорошо. Вот. Да. Но вот от власти, от правых, от правоцентристов там. Сейчас, учитывая, опять же, как накачивают господина Лупа, понятно, что у него есть шансы. Ну и дальше мы можем там немножко погадать, там, Майя угу. Санду или там... Или Настаса. Или Настаса, да. Независимо от того, кто из них, да, то понятно, что правящей группировке во втором туре придется как-то... Любой из кандидатов, который выходит за Доном, он все равно однозначно слабее, в общем-то, чем позиция Дадона. Да? Да. Вот, и надо будет накачивать его снова во втором туре. То есть там, видимо, программа предвыборная будет еще более примитизирована. Сделать так, чтобы вот именно на простых, обычных лозунгах поднять рейтинг своего кандидата. Ну, так же, как это было на выборах 90-х годах, вы помните, когда выходили во второй тур, там, допустим, Снегур и Лучинский, то уже все лозунги упрощались до предела. И чтобы поднять тех людей, которым, допустим, не нравится тот или иной кандидат, но именно во имя каких-то своих великих идей и принципов, во имя ориентации геополитической, ну, за Запад или Восток, да, 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 чтобы да. поднять уже и тех, кто никогда бы не проголосовал за конкретного кандидата, но все равно пойдет, потому что вот он же олицетворяет собой геополитический вектор да. развития Молдовы. И здесь, конечно же, властям поможет тот резерв, который они себе сейчас увеличили по сравнению с предыдущими годами, резерв... Вот, ну, прямо скажем, фальсификации на выборах. Обычно вот где-то начиная с 2009 года, 2009-2010 год, 5-7% всегда можно было накинуть своим партиям за счет фальсификаций. Ну, откуда у вас такие цифры? Ну, это анализ мой, если хотите. Это да? ваш анализ? Да, да. Угу, так. Потому что, ну, когда, допустим, были выборы 2010 года, там было совершенно очевидно, вот 2010 год, парламентские выборы. Первое сообщение, что партия коммунистов набирает больше 50%, вы помните, да? 51, 52, то есть все как бы вроде бы да. говорилось за то, что партия коммунистов побеждает. Потом начинается сползание позиции партии коммунистов и увеличение правых партий. И уже как закон на всех выборах, которые были, начиная с 2010 года, больше всего подсчитывают голоса где? И дольше всего. Кишиневе. Нет, не Кишиневе, а в пригороде Кишинева. Так. Бачой, Дурлеште, угу. значит, и так далее. Я как сейчас помню, Дурлеште это вообще как бы вот такая зона, где абсолютно очень интересно было. Там и в 2 часа они почитают, и в 3 часа они почитают голоса. Угу. И это как раз вот то место, вот пригороды Кишинева. Именно, где, на ваш взгляд, где фальсификации... Где все это и решалось, где да. это все и делалось, за счет разных вещей. Я не могу это, как бы, у меня нет доказательств пока, но я уверен, что если все пересчитать, если все поднять... Вы же помните, еще вовремя ломались компьютеры, были такие периоды, все как-то все... Да, выходили из строя, все там были какие-то... Нет, есть отработанные технологии, и здесь всегда, вот, начиная с 2010 года, 5-7% можно было накинуть тем или иным партиям. Вот сейчас, мне кажется, эта цифра, она стала больше за счет, опять же, вот этих манипуляций со списками. Потому что откуда ни возьмись, вдруг, если не ошибаюсь, может, я ошибусь, но, по-моему, 300 или 400 тысяч новых избирателей появилось. Что это? Откуда это?
Всегда в списке. Ну, там было. Разные данные, да. Ну, списки такая разные цифра и так тоже далее, была, но да. Есть, да? Есть такой резерв, который вообще никак нельзя не, так сказать, не сбрасывать со счетов. Это граждане Молдовы, работающие за рубежом, на Западе и в России. Это огромное количество людей. Не все из них могут проголосовать. Это примерно, ну, по разным данным, точных данных, к сожалению, нет. Но особенно, 800... особенно если правильно распределить участки. Ну, конечно, сколько, да, да. Сколько вот там и сколько в России. Мы критиковали 5 участков на России, где работают по меньшей мере там около 700-800 тысяч человек. Ну, 5 сейчас, участков. Сейчас вроде 8. Да, ну, большая разница. Это очень, да. Но самое интересное, то в чем состоит? В том, что, конечно же, они, по сути дела, не имеют возможности проголосовать, эти люди. Те, что и на Западе, и те, что на Востоке. Ну, где-то около миллиона человек избирателей. Но ведь документы-то, их данные на них, они же есть в базе данных регистру и всех остальных. И ничто не мешает внести этих людей в список и сделать так, что они якобы проголосовали. Технологически это сделать не очень, это, я считаю, сложно. И, может, это тот запас, вот 5-7, на самом деле и больше, который можно всегда кинуть на чашу весов во время выборов. К сожалению, к великому сожалению, демократия как политическое устройство, она обладает огромным количеством изъянов, в том числе вот возможностью манипуляции на выборах. И это, к сожалению, проблема не только Молдовы, это уже и проблема многих стран с устоявшейся демократией, и тем более не с устоявшейся демократией, когда люди, которые находятся у власти и не хотят эту власть отдавать, они имеют возможность использовать эти... Админресурс, говорят. Да, админресурс для того, чтобы влиять на выборы. В условиях Молдавии всегда нужно было 5-7%, чем и пользовался Альянс в свое время. Значит. А сейчас, ну, наверное, в запасе у них будет 10, а может быть 15%. И вот они могут эти проценты бросить во втором туре. И тогда уже вопрос, конечно же, уже, ну, заключается только в том, чтобы, скажем, за левого кандидата действительно надо так мобилизовать весь электорат, чтобы с запасом он получил свои голоса. Но это сложно, очень сложно. Опять же, господин Дадон имел опыт борьбы за примарское кресло Кишинева, и мы помним, да, что да. Они пришли к финишу во втором туре, что называется, ноздря в ноздрю, значит, там разница была... Нет, так вначале объявили, что Дадон победил, а потом, ну, чисто спустя какое-то время, да, вот сказали, это, вот что, эти оказывается, выборы, нет. Это 2011 год, да, вот эти выборы, это классический пример, как можно накинуть нужному кандидату нужное количество голосов. Там речь шла всего лишь о 2-3 тысячах голосов. И накинули их как раз, извините, но как раз о том, о чем я говорил. Это пригороды Кишинева. В конечном итоге, когда больше всего считали. Это вы к тому, что сейчас тоже накинут? Я уверен, что, конечно, это сделают. Получается, что вы рассматриваете такой вариант, что победит кандидат от власти, либо правый? Ну, нет, секундочку. Сейчас, как никогда, есть шанс победить кандидату от левых. Вопрос только в том, чтобы вот отмобилизовать электорат, да, чтобы поднять и тех, кто считает, что эти выборы ничего не дадут. Там. Что бессмысленно ходить на избирательные участки, потому что ничего от своего голоса не зависит. Вот, ну, есть точка зрения такая, да, есть точка зрения, что не надо ходить на выборы, это все вообще театр. И так можно подойти к этому вопросу. Вопрос ведь в другом. Насколько возможности президента, если он будет левым или он будет там правоцентристым кандидатом от власти, какие у него будут возможности? Сможет ли он каким-то образом изменить ситуацию в стране? Ну, скажем, допустим, побеждает левый кандидат господин Дадон. Вот. Будет ли у него возможность сломать ту систему, которая сложилась в стране? Ну, как говорит он и как говорят его представители, мы рассматриваем это как начало. Да? То есть, ну, необходим какой-то первый шаг для того, чтобы, да, мы начинали теоретически действовать дальше. Это есть. Более того, есть примеры, когда ну, в стране фактически был авторитарный режим, или она была захвачена, но вот посредством выборов, постепенных каких-то процедур удавалось размывать этот авторитарный режим. Ну, можно привести пример, допустим, Чили, начала 90-х годов. Хотя это, конечно, не очень корректно, не очень, у нас все-таки, да, слава богу, не та ситуация, да, пока еще не дошли. Но, в принципе, если эта правящая группировка укрепится, то очень вероятно, что мы и так, собственно говоря, потеряли очень много за время правления этих людей. Во всяком случае, велика вероятность, что вообще очень сменить власть будет очень трудно вообще путем демократических процедур в Молдавии. Зураб, вы читали интервью у господина Плохотнюка? Да, читал. Да, вот мне интересно ваше мнение, потому что там на многие вопросы он ответил. Что вы для себя поняли из этого интервью? Я понял, что человек с большими амбициями, ну, собственно, я давно это понял, что человек с большими амбициями хочет большой власти.
Он ее, по сути дела... Он там говорит, на должности не претендую. Но не обязательно иметь должности, чтобы обладать властью. У него сейчас огромное, колоссальное влияние, по утверждению целого ряда там, экспертов, наблюдателей. Многие государственные структуры находятся под его влиянием. Вот. Есть всякая информация, которая это подтверждает. Да? Мы помним, как происходило утверждение правительства в Молдавии в начале этого года, да, Филиппа, или раньше, как это было. Кто выдвигал, как выдвигал. Мы знаем попытку господина Плохотнюка самому стать премьер-министром. Да. Не получилось, да. И понятное дело, что он как бы отступил, взял паузу, но рано или поздно попытается или стать главой правительства, или даже выдвинуть себя на президента. Фактом в том, что главное состоит в том, что он очень влиятельная фигура, или самая влиятельная фигура в стране. И это интервью показывает, что он не собирается уходить в сторону из политики. И он собирается оставаться влиятельным человеком и далее. И в данном случае мы можем говорить о том, что да, олигархический режим Молдавии утвердился. Вот, и может быть эти выборы есть шанс, дают шанс как-то это изменить, но он не очень велик, к сожалению. Вот, не очень велик. А вот господин Усатый говорит, что власть может пойти даже на снятие некоторых кандидатов с предвыборной гонки. Он говорит так. Кандидате от платформы и о кандидате от нашей партии. Вы думаете, могут пойти на повторение такого сценария, который был если один раз это сделали, то могут и, конечно, повторно сделать. Но здесь, мне кажется, это не очень вероятно. Почему? Потому что пока что нельзя сказать, что предвыборная кампания происходит так, как не устраивает правящую группировку. Их кандидат, по сути дела, имеет шансы на победу. Да. Ну, в принципе, все правильно, все хорошо. Тогда было сложно, если бы на парламентских выборах, если бы они не сняли кандидата от нашей партии, то ситуация, расклад в парламенте мог бы быть совсем другим. То есть это была грубая игра. В общем-то, если бы, скажем, партия коммуниста была тогда влиятельной, то, безусловно, могли бы начаться какие-то протесты. Очень серьезные, потому что выборы неправильные. Выборы, по сути дела, получились даже не подтасованными, они, по сути, искажены были. То есть влиятельную партию сняли за 3 дня до выборов под надуманным предлогом. Все же потом не подтвердилось. Да. Вот в чем дело. Это отвратительная грязная игра. И, ну, к сожалению, это удалось сделать властям. Сейчас ситуация не столь критична для них. Мне кажется, что они на что надеются? Надеются на то, что если победит кандидат, который их не очень устраивает, то влияние правящей группировки в парламенте и вообще в правительственных структурах, в государственных структурах так велико, что они смогут нейтрализовать какие-то его негативные действия. Да? Поэтому они, видимо, не очень боятся победы господина Дадона. Более того, они хотят использовать ее в своих целях. В том числе для того, чтобы попугать Запад, понимаете? Угу. Понимаете, вот смотрите, сейчас ситуация какая. Да, украден миллиард, да, идут требования МВФ, требования западников. Они могут все что угодно говорить про то, что их поддерживают. В целом, да, но лично говорят, что вы взорвались, давайте проведите реформы, что там требует, да. Известно, что представители особенно европейской структуры недовольны тем, что происходит в Молдавии. В конфиденциальных разговорах оценки уничижительны по отношению к молдавским политикам. А теперь, вот если в этих ситуациях, когда побеждает кандидат от левых на пост президента, они всегда могут сказать, что, ну, смотри, если вы нас будете давить, то мы вообще можем потерять здесь власть, и тогда придет Россия своими танками. Поэтому, в принципе, они эту игру, эту комбинацию, я думаю, рассматривают и не снимают со счетов, я думаю. Тут как бы несколько моментов. Можно бросить, как сказать, аргумент всем критикам правящей группировки. Вот вы говорили, что у нас авторитарный режим, что нет демократической процедуры. Пожалуйста, побеждает не наш кандидат. Да, это допустим, в обществе. Западникам можно сказать, что вот, видите, мы сделали все возможное, но вот вы нас не поддерживали, не дали нам денег. Потребовали от нас за месяц до выборов выплачивать миллиард за счет государства, за счет людей. А тогда западники на следующих выборах сделают все для того, чтобы поменялся расклад в стане правых. Вы тоже понимаете, о чем я говорю. То есть они этим давно занимаются. Я хочу о протестах вас еще один вопрос. Вот у нас есть пока время спросить. Потому что вот прошла информация, что правые инициируют начало. И связывают первый протест. Это с рассмотрением, значит, отставки правительства в парламенте. Угу. Как вы полагаете, вот это протестное движение, оно может оказать какое-то влияние на ход предвыборной кампании?
Смотря с какой целью будут организовываться эти протесты. Если они, эта цель будет решительной, какой-то понятной и не конъюнктурная, не сиюминутная, то да, конечно, может оказать влияние на мобилизацию электората, сторонников правых партий за того иного кандидата. Но, к сожалению, протесты последнего времени показывают, что да, какие бы они ни были масштабные, все равно, ну, все протесты сошли на нет. Вот в чем дело. Мы помним, да, было 20 января, и в своей книжке я, кстати, подробно это описываю, как фактически едва не удалось свергнуть эту группировку, но не удалось, не получилось. А потом все так тихонечко, все сошло на нет, и все. Ну вот не получается, если не брать 7 апреля 2009 года, с тех пор, в общем-то, путем протестов ничего так особенного добиться не удавалось, к сожалению. Время у нас вышло, я не могу вас не спросить, вы все-таки для себя уже решили, за кого вы будете голосовать? Вы знаете, как это ни странно, нет еще. Нет, то есть еще вы будете нет, думать, да. Но это я будет кандидат думать. От левых партий, я так понимаю. Разумеется, это от левых партий, но я думаю, что я отношусь к той категории людей, и таких в Молдавии немало, может быть, даже очень много, у которых в этой предвыборной кампании нет своего кандидата, понимаете? Вот среди всех левых, которые сейчас есть, моего кандидата нет. По целому ряду причин. Так. И я, если пойду на выборы, я еще думаю, как мне поступить, я вынужден буду выбирать из тех, что есть, по принципу, ну, для меня, меньшего зла. По целому ряду причин не хочу вдаваться в подробности. Но это печально, потому что всегда в политической жизни Молдавии, я думаю, для любого избирателя был выбор. Сейчас правящая группировка сделала все возможное, чтобы этот выбор был ограничен, несмотря на то, что кандидатов очень много. Поэтому, я думаю, в моем положении находится очень много людей. И все-таки я возьму на себя смелость и призову вас пойти на эти выборы. Ну, конечно, да, для того, да, чтобы, да. Вот говоря, хотя бы ради того, чтобы за вас это не сделали другие. Конечно. Как-то так. Благодарю вас за беседу и желаю вам удачи, и в том числе в написании новых книг. Спасибо вам. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.